Высасывает лоб там осколки пока. Дальше не идите. Так, получается, сколько тебе надо, Денис? 80 душ еще? Да, 80, ага. Не 80, 55. До профа не успеешь. Не успею. Успеешь? Смотри. Ну, обычно там 150-200 за весь тим. Ну, за весь. Вот этих добивайте и заканчивайте. Вагнетка, зайди вовнутрь. В Дискорде все 24 человека плюс Экс, нормально. А как латные наручи находят палубу, если не появляются? Я не помню. Сейчас скажу. Наручки на полипало, ладно. Блять, надо же было грани одеть, ёб. Давай, поёбывай. Пошёл. Налинка, ну. Наручки там полетали. О, они дешёвые. Но они там что, 1000 голды меньше. 800 голды я их купил, короче. Это Влад, всем добрый вечер. В общем, смотри, это Nutrition Tower, на замене. Там, я так понял, уже сегодня я не попадаю. Не, ну почему, если кто-то уйдет, залетаете. Я, короче, пока пати покину с рейда, если что, я либо на шамане, либо... Да, конечно, конечно. Вы там идите, если у вас там кусты, не кусты, идите, конечно. Угу, все. Поставьте шкаф. Неважно, каким будет исход. Смонти Ганлера, четко отлично. Сражавшимися за свободу и покой своего народа. Здесь. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас враг, враг падет, когда свет праведности коснется. Короче, вы находитесь в самом сердце. Так, получается, Турон там утешит, вагонетка МТшит. Что вас не защитит? Еще я ему все объясню. По Турону. Артас, я его взял, он все-таки черт. Я закончу то, что начал у часов непосредней надежды. Напиши мне еще раз, вы мне все долбите по очереди из ВЛС. Что я, блядь, должен вам тут всем ответить, что ли? Не скажи мне, напиши, не знаю, и что, и что. Что ему надо? Как минимум. Но тебе уже не суждено. И все, за сколько? Скоро у меня будет другой рыцарь. И что, у меня такой же есть. Ганлер, короче, мы идем пока до Гебрада, на Гебраде сломано. Все, да у меня был слом, как вдруг наружу. Все, вагонетка, давай, купер. Дальше только не иди, там меточки посмотри, ловушечки. Не, ну сегодня такой, нормальный. Бейт получается, сколько он, 25 человек. Влад тут? Стой. Давай, пуляй. Ребафнемся по фулу возле босса. Эксон.
лететь к стене цитадели и будем... Воины, идите в РДД зоне, поломайте только. Один. Влад. Это Влад. Мы с тобой тупые два, не дело. Слышишь? Йоу, ты не слышишь? Говори, говори. Мы с тобой как считали в машине? Это... Типа на 1000 урону сколько... 1000 АП сколько мне урона дает гибельного? Ну а зачем мы это считали, если мы и так умножаем на 0,716 и мы получаем 716? Под Федь считал же, а не под именно под... Под не, не, ты потом считал, сколько именно 1000 АП мне дает в единицах урона. Считать не надо было, там же в самой формуле 0 типа АП умножается на 0,716. Типа 716 урона оно и получается. Мы зачем-то считали это. Вы видели вообще, что происходило в машине сегодня? Просто два профессора сидят и высчитывают формулы, блядь, как скелится яд мой гибельный, блядь, по скорости и АП. Обкурились, нахуй делать нехуй. Так, я надеюсь, все с настоями там, блядь, со всей фигней. Настой на СПД у всех есть. Сейчас проверю, блядь, на кого будет дебаф. Баф. Но мне не будет. Хуёво чё. А? Хуёво чё. Давай тэпнусь возьму. Рыбу поставил, кушаем. Продай, стой. Ну-ка, блядь, Тикси на замену спустился-ка. Продать он, блядь, собирался. Хотел написать «отдам». Опечатка. Барыга, блядь, будущий будем. Будущий бывший. Так. Влад. Дал утром. Дальше. Дальше, дальше. Все, настойчики все выпили на ап, на СПД.
по паладинам бафы. Убиваю гниль, кулаки раздаешь. Ганглер каст. Убиваю гниль, кулаки МП5. Ганглер каст. Вот. У локов нету демон спека, сова есть. 2 ШП. Ну все, отлично. Какого-то баф. Маговского, походу, бафа нет. Рейгар, Стивен. Нету на АП, убиваю гниль. На АП нету. Обмен ко мне подошли, кинули. Так, чё там? У кого идея есть? Лена по-любому есть. Чёткий, Скими, Саботяга, Лоликс, Скальпер. Настой на СПД есть? Только мелкий. Ну, мелкие можно. Ну, личкинговский, да? Настой какой у вас, ледяного змея. А, нет, могу сбегать, купить, если надо, первый раз иду брать. Обмен разбойнику. А нет, стоп, сейчас ГБ откроем. Секундочку. Обмен кидайте. Да, убиваю гниль. Ты кулаки МП5, Пиандер каст. Благодарю. Ни за что. Кто кинул, черт? Киньте. Конт. Так, чё там? Кого нету? Ну, чётки. Одни РДДшеры, блин. Лена, запоминай. Записывай там свой блокнот. Влад, у тебя есть на АП? Рейгар, Стивен. А, даю РЧ. Сатурон, просто рядом с вагонеткой стоишь, клиф делишь. Вагонетка, истерию на Эксона. Плетник, истерию на... Ну, на меня пока по старинке. Там посмотрим, сколько комбат давать будет. Или... А, или Рейгара. Ну ладно, пока на меня кидать. Пул даю. На пул, на вагонет. Разбойник, ты. Все в мили зону встали, тут боссы. Залили. Гера, да. Бить можно спиной, не поворачивая способ. Бужик, само собой набери. За спину встали к боссу. Yeah.
пушку и залейте. Дайгар, обрати внимание, сколько злотиканов было. Смотом послабее тебя. Попробую, я все. Ну, ты 5 фугов. Ой, фуга, они фуги, точнее. Армс. Спасибо. Там разница. Ну, Зерон, в принципе, тоже офигенно делает. О, осколочек. Да, осколок. Твикси, тебе не поможет, ты вагон. Ну, в смысле, я к тому, то, что армсы вообще, они в слабом смоте. Вот я своим варом тоже, я же изначально в армсе гонял, пока эксом танка не сделал. Лжи, разглядеть источник истинной силы. Там, блядь. И вот, и армсы прям вообще не в, шой, не в свой шмот дают. Им 2-4 даешь, все, они просто разрывают всем. Посмотрите на свои руки. Тебе вот все-таки надо вот 2-4 сделать. Так, татурон. Черепок. Звездочку. Кожа, мускулы, вагонетка, кровь, остальных лови. РДДшники по черепу собирали. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Господина, нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Татурон, череп в месяц. РДД по месяц, по черепу сыграли. Ой, в месяц. Вот. Звездочку. Череп сыграйте, РДД. Этих милики зальют. Ганнер, отойди за его идти. Блин, как я кайфую с этим макросом. На пул пишешь черточка ДБМ пул и число это количество секунд. Блять, так сос. Ну давай, давай, что делать? А, ну робот есть, да? Роботу написал. Да, я знаю, что у него есть. Пока не могу прочитать это заклинание. А, этот урон череп отводишь.
куда-нибудь вон там, влево. Уже нет остальных. Забеги, забеги от рейда. Великий, отойдите, вагонетка, отойдите. Тем же макаром тут урон череп только вправо отводишь. РДД в череп сыграйте. Хант на пуль на тут урона. Там кольцо где-то в окне. Сыщики. Сыщики трупы. Вот, вот здесь же, где Аргурам дойдет. Так, Таху я поменял. Гробот слышит меня? Да, слышу. Это, в холики давай. Квест на чё в 25-ке стал? Кто владеет? Так, Татурон слева, вагонетка справа, я, комбо Трога, Лоликс. Ну и Аргуран, наверное. На боссе. Шкаф, да, поставьте гробота. Хотя, не, подожди. Я, Лоликс и Рога на боссе. Остальные в трэш. Татурон слева. Хант тоже слева приоритет бьешь. Напуливаешь на него. Вагонетка справа. Фулл ребаф дайте по рейду. Не получу. А, никто не умирал. Рейгар подойдешь и про течение положишь. Ну а то. Пристабав дайте. Каску и МП5 по пристам. Пулю даю. Рога, в принципе, можешь на меня напуливать. А, сова, соботяга, вихрь кидаешь, типа, контроль. Милики под боссом.
Сердце моей воли! Восстань и обрети истину! Трэш убили? Переводите босса. А, нет, стопните по боссу. Я переведу. Трэш, идите, убейте все. Все, переводите босса. Вагонетку на пол. Довольно. Геру дайте. Не в сил. Ох, противиться моей воле. Блять, Геру дали. А, Гера КД. Один шаман. Лена Берни. Заклевали все просто. Дух милен. Ты не в силах противиться моей воле. Дух ВРДД. Этот урон забери, босса. Ты на все воля господина. Все с полочек. Оба, ешь. Блять, а чё меня убило-то? Информация о смерти недоступна. Ладно, я встану сам. 50 секунд КД. Кстати, шини, вот эти вот ноги бисовые выпали на ханта. А, ну у тебя такие. А, нет, не такие же. Я пока не могу прочитать это заклинание. А, ну у тебя спрошу. Они, по-моему, похуже, не? 216. 77, 77, 92, 92, 46. Ну да, плюс-минус такие же. А я не покупал на ханта. Этот трэш тоже залейте, вагонетка. А я просто на ханта не покупал себе ботинки, потому что я знаю, что следи падают бисовые. Я разбойник Аргуран и пехота усмирителя, занять позицию. Еще. И я. Он лолик.
Да, не. Тут нормально, да, так. О, слышишь, Влад? Я настроил себе. Эксон слышит? Так, этот урон на нашем корабле, вагонетка на тот корабль. Зучки все взяли, напялили. Два разбойника, Аргуран и Лоликс на пушках. Вагонетка, да, туда? Вагонетка, да, туда. Так. Все тут запускаю. Воспряньте! Сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Стивен, ты слышишь меня? Горкрон, взлетаем! Ну, я говорю, два разбойника и два мага на пушке. Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! 80-90 пушки двойку нажимает. Орде тут делать нечего! Ты скоро придешь! Какой-то! Сержанты! Ой! Не слушайте их! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Вагонетка полетел на тот корабль. Пушки двойку нажми. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Все, полетели, заморозку убили. Там оставайтесь пока. Убивайте все, что видите. РДДшники могут возле пушек стоять, бить ближайших мобов. Пушки двойку нажали. О, блять, я с корабля упал, да. Двойки пушку нажмите, после этого сбросишь вагонетку. Заморозку убейте, и из корабля потом все улетаете. Прожмись, вагонетка. Зубы ему скиньте. А, скинули, вижу.
Все, ДД с корабля уходим. Вагонетку уходи. Вагонетка летит. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. Что там, оставайтесь до конца боя. Кто с пушки уходит, кто с корабля упал? Ну, главное, чтобы не пушку. Мало ли. Двойку пушки нажали. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. После этой заморозки уходим все с корабля. Заряжай, оружейники, огонь. Да нет, там. Мортирщики, заряжай. Это сотка не берет. Корабля, скорабля, понял? Вагонетку уходи. Оружейники, огонь! Тройку пушки нажми. Альянс повержен! Вперед! Короля лечу! Сразу не открывайте, там четко поднимут. О, блять, в полете, я думаю, не стоило. Есть? Кого вы там призвали? Дракона. Влад, открывай сундук. Где он летит? А, вон он летит, я его вижу. Прилетит тихим ходом. Эксон откроет. Вот счет. Вау, первый раз вообще в жизни. Спина. Не понимаю вообще, что за. Что это такое спина, блядь? Знаю, блядь. Влад красава, спину сейчас заберет. Ясно. Ясно. Бан. Стаха сейчас, блядь, плачет, наверное. Вот здесь, вот сюда вот встань. Он на тебя уже летит. Он уже вот-вот и будет здесь. Ну, еще немного у него все получится. А ты его уже грипануть не можешь? А, навряд ли. Кто-то мешает. Не бейте сразу, дайте ему забрать на себя.
Да три не у тебя откатятся 10 раз уже. Воля минуту 20 кдшится. Самое большое. Ну, херли. Так, что там тебе? На, держи. Поставьте ГБ, тонить. И дживса я поставил. Кому надо, чинитесь. Так, сейчас я включу. Рибав, дайте пройду. Так, рыбу поставлю сейчас. Рыбу поставил, кушаем рыбу. Даю РЧ. А можно быстренько портануться на первый этаж, кольцо взять за репу? После орка портанешься. Стивен, Рейгар, Гандлер, чего не хватает? Стивен, Гандлер. Стивен, разбойник. Где вообще? Ну, тут, в принципе. Ну, все, поехали. Так. Вагонетка первый, тут урон подхватишь. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. Лётник Эксону. А, нет, лётник мне истерию, вагонетка Эксону. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно плеть во имя короля Лича? Thank you.
Слушай, ну так-то прав, получается, был этот Исон. Три КДПС. Было 15, стало 18. Ну, плюс-минус, да. Ну ты, блин, он там рассекающим накрутил. Ну, так все накручивают. Хер знает, я не бью. Ну, да. Не, ну понятное дело, если, блин, вы бы не накручивали, трэш бы и не падал-то, собственно. Не, ну да. Не, ну как бы, чё, да нормально все. Ну я просто хз, мне просто интересно, сколько бы ты варом сыграл. Мне кажется, просто в Армсе больше было бы. Ну, в Армсе я уже так, ну, посидел, покумекал. Там надо же еще и камни перебивать. Почему? И шмот балансить. Ну, типа, а нахуя в Армсе скорость? Ну, как бы... Плюс-минус. А, и в Армсе... Что-то поменять-то надо. Не, ну просто ты затестил бы, как минимум. Если ты даешь больше, то ты меняешь. Если не даешь больше, ты не меняешь. Ты хотя бы в текущем шмоте попроверил бы просто. Я проверял. В текущем шмоте нет, меньше. Не, ну у тебя 2-4 не было. Нету, точнее. На РМСа. Ему мастерка там плюс-минус не нужна. Ну да. Потому что у тебя овер всегда критует. Сколько тебе грань одень, не забудь. Сколько у тебя... Да, давай, поехал, вагонетка. Сколько у тебя душ осталось? 43. Успеем за этот портал? А вот не знаю, кстати. Вот я тебе и говорю. А я о чем? А я о чем? Давай, может, ну, если никому не впаду, зачистим еще трэш перед лонотелем. На кровь. Ну, сейчас зачистим здесь, посмотрим. Еще пойдем сначала кровь, потом прохлад. А, нет. Потом будет. Ну, короче, убьем принцов, потом уже. Сейчас, да, поглядим, может, все-таки хватит. Красава, прям ДПСит, вообще как не в себя. Кто? Котенок. Злой котенок. А, ну я говорю. Ну, респект. Убиваю гниль, что такое? Я лут поставил, пока на распыл там кому что надо давить. Ой, ничем ты. Влад в ротации проперся или что? На орке. Там был момент, когда я тебя даже догнал. Давай вот этих еще вытащу. Сука, 985. А, да не, хватит. Хотя... Уже с этих не дают. Вот если бы с этих давали, которые, ну, которых призывает эта псина. А, так еще две ловушки же, ну? А, две ловушки, ну. А, две ловушки, кстати, да. Давай, да, посмотрим. Да хватит, хватит, что там с ловушки, блин, больше 15. Главное, не пропись.
почему убить им следовательный метод составил? Я тут не понял. Почему на тот урон он, блядь, ставит? Вот. На болени, чтобы тонуть, чтобы она инр залила. Ну, на орки, на орки. А у тебя по фокусу не стоит? Сделаем вопрос на фокус, просто весь инст его в фокусе держи, и все, все другие фокусы не нужны. Или на них. Я могу, если есть, если надо, я могу линкануть. Дискорд. Копируешь просто. Я спустил, когда этих монстров призывал, начинал их бить, они на меня агрились. Я с ними долго очень сидел, и с меня их никто не снимал. Я их потом в центр аж повел. Я думал, ты командился. Не-не. Да нет, это ничего страшного. То, что из себя представляет. Магов вообще понефрили, да? Я в трэшах понефрили. КЗ, им соло таргет не трогали. Не трогали. Просто я смотрю, что всю дорогу маги были в топе, а сейчас... Метки забираем. Иди, иди, иди. А сейчас кто в топе ДК? Да, ДК. ДК, демоны. Ой, демоны, Локи. О, там все Лок вывезли. Просто, да? Ну что, хватило? А слушай, с этих тоже не дают. А, не дают? 794, прикинь, подстава. Сколько? 794? 594, ну, 6 штук осталось. Ну, боссов с гранью побей. Это 2. Наверху мобиков, колоса вот этого еще сейчас убьем. Наверху мобиков, которые по трубам бегают. Давайте, давайте, все, налево идем. А, колоса, колоса, колоса залейте с гранью. Еще 2 чумных искателя хватает тебе, все, с паники. Локи сейчас топ ДПС закрывают в Т5. Как изгломиться над Джоусом? Да нет, Джоус давал только дает, я думаю. Ну, типа им соло таргет ничего не трогали. Да, Джоус тут 500 усилков. А, вот Джоусу не спать вообще. Сколько? Должно быть, да, вот после этих двух. Ой. 597.
совсем еще три моба. Раз там моб. На трубом еще один должен бегать. С той стороны. Раз, два, три. Нормально. Так, меточки сейчас поставлю. Ребафните там всех, кто упал на собачках, на ловушках.